Vladimir, are you ready? Vladimir, готов? Okay. All right. Do we have our contract? Помните контракт? Да. Марина? Да. Time. Время. What's the problem? А в чем проблема? Я не могу справиться с ситуацией в моей семье. I cannot deal with the situation in my family. В моей семье... With the what in my family? The situation. Yes, okay. В моей семье существует очень острая вражда между мужем и сыном. In my family there's huge hostility between my son and my husband. Well, patricide is a solution. Знаешь, отцеубийство – это решение. Historically speaking. Слушай, ну, с исторической точки зрения. Мой сын делал такую попытку. My son made that attempt. He, oh, already? Уже? Да. Yeah. How? Как? Он пытался задушить отца. He tried to strangle him. Yeah. Contract. Контракт. And he didn't succeed. И безуспешно. Ну, его отправили в больницу. Well, he was sent to hospital. Your husband? Or мужа son? Отправили в больницу или сына? Сына. My son. Your son tries to strangle your husband, сын, but your son goes to the hospital. Задушить отца и при этом сына отправляют. Or did he sprain his thumbs or something? Он or что, what? Растянул сухожилие или что? Or what kind of hospital do you mean? A mental hospital? Или какой больницу ты имеешь в виду? Психиатрическую? Yes. So they said he's not a bad boy. He's just upset. Ну и они, конечно, сказали, он неплохой мальчик. Он просто расстроен. Он болен. Yes, they said that he was sick. Yes. Oh, it's his illness that made him strangle. Его болезнь заставила его удавить отца. So did Poppy forgive his sick son? А папочка простил своего больного сына? Нет. Нет. Don't you try to explain to your husband that he has to be more psychologically sophisticated about this? А ты что, не пыталась объяснить своему мужу, что ему следует быть более изощренным с точки зрения психологии? Нет, муж не воспринимает эти вещи. My husband doesn't accept this. That some, you are a therapist? Ты терапевт? Я занимаюсь немного психологией, но мне пришлось ознакомиться с этим. I study psychology. Более глубоко погрузиться в этом в связи с семейной коллизией. I had to go deeper into that because of my family situation. Yeah, but what kind of work do you do? А какую работу ты делаешь? Что, чем ты работаешь? Вообще я поэт, писатель. Я преподаю в университете культурологию, психологию культуры. And I also teach culturology. Yeah, yeah. In the university. Well, this can give you a beautiful subject to write a poem, an epic poem about. Тебе это может дать великолепную тему для поэмы, эпической поэмы. Did you think of that? Ты об этом думала? Мне достаточно материала для поэмы. I've quite мне хочется, чтобы моя жизненная ситуация перестала отнимать у меня все силы. I want my life situation to stop taking all my power. Energy. Well, but he's your baby. Но он же твой детеныш. Да. Yes. How, is he your only child? Он твой единственный ребенок. Да. That's a very special thing for a mommy. Это совершенно особенная вещь для матери. Do you forgive him for strangling your husband? Ты прощаешь его за то, что он душил отца? Я пытаюсь понять их обоих. I'm trying to understand both of them. Хотя я думаю, что если бы у меня был такой отец, я дала бы тоже по морде. That if I had a father like this, I would, you know, smack his face. Probably. All right. So in some way, you say your son makes sense. Так может быть то, что делает твой сын, имеет смысл? It's not crazy. It was a very rational thing to do. Зумен, наоборот, это очень рациональная вещь. Did you ever think of strangling your husband, shooting him, or stabbing him, smothering him to death, or just, you know, poisoning him? Задушить своего мужа, пристрелить его. These are all ways in which wives do. Нож в него вонзить, отравить его.
прибить его до смерти. Это все вещи, которые жена может сделать. И жены делают это. Это исторический факт. Some people say it's hysterical, but it's also historical. А некоторые люди говорят, что это истерический факт, но также это и исторический факт. Но он и так непрерывно умирает. Well, you know, he keeps dying constantly. What does that mean? That sounds terribly poetic, but it's not very enlightening. Очень поэтично звучит, но никакого света не проливает на ситуацию. Which is why most poets sound incidentally. Но так поэты звучат чаще всего. Нет, это не метафора. It's not a metaphor. Он каждый день говорит, что он вот-вот умрет. Every day, every single day he says, I'm going to die right now. И что он хочет умереть. And that he wants to die. All right, how old is he? Сколько ему лет? Ему 49. 49. 49? 49. Jesus, how old are you? А тебе сколько лет? Не скажу. Honestly. I will not tell. Honestly, come on. This is a trust. Это что? For your, you know, therapist. Это доверие к терапевту. 48. 48. 48. Really? Правда? Правда. Well, you look a little older, if you don't mind my saying so. Ну, если не возражаешь, even if you do mind my saying so. Чтобы я это сказал, ты выглядишь немножко старше. И даже если ты возражаешь. But living with an impossible son of a bitch can age a woman quickly. Но когда ты живешь с совершенно невыносимым сукиным сыном, это старит женщину быстро. If you know what I mean. Ну, если ты понимаешь, о чем я. Yes. So, all right. So he says, does he have cancer? У него рак? Нет. Does he have a heart condition, coronary artery disease? Что-нибудь с сосудами? Oh, he just says, announces every day. Он просто говорит. This is my last. Он просто объявляет каждый день: это мой последний. Нет, он действительно два раза был на грани смерти. Wow, he was on the verge of dying a couple of times. Of what? От чего? От заворот кишок. Something was wrong with his intestines. Yeah, who said he was dying? The physicians? А кто сказал, or что he? Он умирал? Он сказал, he had a big gas pain. Врачи. Doctors. Doctors. You know, I was there at the reanimation room. At the what? The room where they deal with very, very bad patients. The emergency. Intensive care unit. Я его два раза вытащил с того света. And twice I got him out of that world. Well, all right. You know, maybe the next time, maybe tomorrow is the day. Ну что же, может быть, в следующий раз, может быть, завтра. Это тот самый день. Do you visit your son in the hospital? Ты посещаешь своего сына в больнице? Нет, он дома сейчас. Well, he's in town now. Oh, he's already home. А он уже дома. How many days was he in the hospital for strangling your husband? А сколько дней он провел в больнице после того, как душил отца? 2 месяца. 2 months. 60 days for attempted murder. That's not bad. Дней за попытку убийства неплохо. Well, I'd be willing to spend 60 days in a mental hospital if I could just strangle some people. И, знаешь, я готов был бы провести 60 дней в психиатрической больнице за то, что я попытаюсь удушить некоторых. Sounds like a good deal to me. Для меня это удачная сделка. Я боюсь, что это неразрешимая ситуация. Well, I think that it's you cannot solve this situation. Well, if he kills dad, then that's a solution of sorts. Если он убьет отца, это будет решением. If dad says to sonny boy, а если отец скажет сыночку, ha-ha, you don't strangle me, I'm dying first. Ты меня не удушишь, сначала я умру. All right, so dad may race sonny boy to the cemetery. То есть папа может устроить гонки с сыном в направлении кладбища. This happens in the best of families. Даже в самых лучших семьях. Meanwhile, some women are praying for their husband's speedy and miserable death. И в то же самое время множество женщин молятся о том, чтобы их муж как можно скорее, как можно печальнее окончил свои дни. Oh, God, please take Ivan quickly. И они просят: Господь, пожалуйста, забери Ивана. And preferably painfully. И желательно, чтобы это было болезненно. Yes. Here. Да.
Do you want your husband to live a long life? Ты хотела бы, чтобы твой муж прожил длинную жизнь? Мне его жалко. No, I feel sorry for him. Well, all right. Death could be a blessed release. Да, и знаешь, смерть может быть счастливым избавлением. His death for you. Ну, я хочу сказать, его смерть для тебя. Ну, это не мой вопрос, это вопрос Бога. It's not my question, it's up to God. Well, yes, but some wives help God along. Ну, знаешь ли, некоторые жены помогают Богу. They do. I merely report this. Они это делают, я просто сообщаю об этом. I didn't make this up. You know. Я это не придумал. They pray for, you know, their husband to die. Они молятся, чтобы их муж умер. He almost dies, but he doesn't. Он почти умирает, но не совсем. A little gradually increasing the arsenic in the husband's food helps God. Да, они, знаете, небольшое увеличение доли мышьяка в пище мужа помогает Богу. It helps God answer the wife's prayers. Это помогает Богу ответить на мольбы жены. Это не мой вопрос, я не могу это сделать. It's not my question. I cannot do that. Well, they say, pray as though it all depended on God. Ну, говорят, что молись так, как если бы все зависело от Господа. And work as though it all depended on you. И работай так, как если бы все зависело от тебя. Я сделала, я для себя так сделала. Я for myself, в какой-то момент я did that. Как бы ситуацию передоверила Богу. At a certain moment, you know, kind of handed this situation to God. Yes. Но вопрос состоит в том, что мне очень тяжело выживать в этой ситуации. For me, it's very difficult to survive in a situation like this. Well, yes, it да. is. It is. It, да, it's... это так. But maybe your husband will Но, ease the situation. Может быть, твой quickly. Муж облегчит ситуацию быстро. Either by getting killed by Sunny Boy or либо если его убьет. Well, he could have a heart attack. Или у него может случиться сердечный приступ. Some women don't want to poison their husband. Некоторые женщины не хотят. They don't want to knife him with a kitchen knife. Они не хотят зарезать его кухонным ножом. Which worldwide is one of the favorite ways that women have of. По всему свету это любимый способ женщин обходиться. Did you know that? Ты знаешь об этом? Я так много ухаживала за ним и спасала его. You know, I took so much care of him. Я не могу теперь испортить свою работу. I look after him so much that I cannot spoil my work. Yes, I know the feeling. А, знаю это чувство. All right, somebody ought to kill you, Ivan. Да, кто-то хочет убить тебя, Иван. But I've wasted so much time taking care of you. Я потратила столько времени заботой о тебе. That I don't want to see all my efforts go to waste. Что я не хочу, чтобы все мои усилия были потрачены впустую. Yes? Да. But some women, they think, no, I'm not going to knife him. I'm not going to smother him. Я его не зарежу, я его не прибью. I'm not going to, you know, what, poison him? Я не буду травить его. You would, do you know how they get, you know how they kill their husbands? Ты знаешь, как убивают, ну, мужей своих? Нет. Well, during orgasm, the human pulse heart beats at the rate of 220 beats per minute. Знаешь, во время оргазма человеческое сердце бьется со скоростью 220 ударов в минуту. Now, for some guys, для некоторых парней, well, a lot of, numerically, millions of guys, для миллионов, hundreds of thousands each year, для сотен тысяч каждый год, die. Они умирают. In bed. В постели. With your wife. С женой. Who fucked him to death. Которая затрахала их до смерти. Not necessarily intentionally, of course. И не обязательно преднамеренно, конечно, но как можно доказать это? We made love and he died. Мы занимались любовью, и он умер. They just keep doing it, doing it. Они делают и делают это. And the guy thinks, wow, I must be some kind of a lover. И мужик думает, о, я, наверное, классный любовник. Next thing you know, а в следующий момент? Yes. Да. Нет.
Yes, yeah. One of my that. What you mean? You just don't like to have sex with him anymore? Ты хочешь сказать, что больше с ним не хочешь заниматься сексом? No. When's well, yeah. Look what happened when you had sex. You got the killer. Посмотри, когда у тебя нет секса, появляется убийца. Yeah, I can see why you think never again. Я могу себе представить, как ты думаешь, больше никогда. Well, does he have a girlfriend? А у него есть подружка? Has he ever had a girlfriend? У него когда-нибудь была подружка? Well, wait, you could contact, find out if he's got a current girlfriend, contact her, and offer her money if she'll fuck him to death. It's been done, you know. It's been done. Если у него сейчас нет подружки, найди ту подружку и предложи ей деньги, чтобы она его затрахала до смерти. Это делали, уже делали это. It gives new meaning to the phrase. Это дает новый смысл. Sisterhood is powerful. А сестринские отношения сильны. Did you hear that? Sisterhood is powerful. Что быть сестрами это очень сильно. The feminists say that. Так феминистки говорят. Have you ever heard of that? Ты когда-нибудь слышал такое? Я не хотела бы его убивать. I wouldn't want to kill совсем. А я хотела бы, чтобы он. I wouldn't want to kill him. I wouldn't want to kill him. Not at all. Yeah. But you wouldn't have to. The girlfriend did. Но тебе не надо будет этого делать. Его подружка это сделает. You can explain to the police when they come. А ты можешь объяснить полиции, когда они придут? It wasn't me. She did it to him. Это не я. Это она с ним сделала. Yeah. But then the girlfriend said, "Yeah, but she paid me to fuck him to death." Да, да. Тогда эта подружка может сказать, но она заплатила мне за то, чтобы я его затрахала. Police just love cases like this. Полиция обожает такие дела. A little complex. Немножко сложно, конечно. Но я не хотела бы, чтобы он умирал, хотела бы, чтобы он изменился. I wouldn't want him to die. I would like him to change. Some men can die a lot easier than they can change. Знаешь, некоторые мужчины скорее умрут, легче умереть, чем измениться. And other men, they only change if they are threatened by murder by their wives, you know. А некоторые мужчины меняются только если им жена угрожает убийством. You either change, Ivan, or I'm going to plant you out in Resurrection Cemetery. Либо ты, Иван, изменишься, либо я посажу тебя как цветочек на кладбище. Но если человек сам постоянно говорит о том, что он хочет умереть. But what if a man says that he wants to die? Он защищен от всего. He's protected from everything by that. What do you mean he's protected? Some women say, really? Finally, we have harmonious wishes. Некоторые женщины говорят, не обязательно защищены. Некоторые женщины говорят, правда, ты хочешь умереть, но наконец-то наше с тобой желание в гармонии. You want to die? I want you to die. Ты хочешь умереть? Я хочу, чтобы ты умер. Да. Really? Правда. It happens. Так происходит. That's called, you know. Это называется. Husband and wife planning together. Планирование совместное мужа и жены. You plan and get your house, plan and getting your furniture, plan together. Дом, планируют мебель вместе планируют. Now you can plan his early demise. А теперь ты можешь его ранний уход спланировать. Beautiful poetic kind of imagery. You know. Ой, это очень красивый образ поэтический. He said, "I want to die, so он говорит, I helped him." Он говорит, я хочу умереть, я помогла ему. You could be helpful up to his last breath. И ты можешь помогать ему до последнего вдоха. That's a beautiful image. Это очень красивый образ. Но он поступает примерно так. Он приходит, ложится, говорит, мне так плохо, я скоро умру, пожалуйста, дай мне чаю. Вот он положен, да. Down and says, you know, I feel so bad, I'm almost dying. Can you give me a cup of tea? Well, see, you can say, I'm sorry, I don't want to waste tea on a dead man. Скажи, слушай, меня охота чай транжирить над покойником. And since you'll probably be dead before dinner, there's no point in my making an extra amount of food for contract.
Контракт. Listen, you. Послушай, ты. You be quiet or get out. Do you understand? Ты либо замолчишь, либо уйдешь отсюда. Do you understand? Понял. Do I have to call, tell you this again? И мне нужно сказать тебе еще раз. Zip it shut. А закрой рот. Проблема заключается в том, что и муж, и сын. The problem is that both my son and my husband. Сильнее меня. Каждый в своем эгоцентризме. Are stronger than me in their egocentrism. Well, I know, because you're probably so thoughtful and considerate and loving and giving и так много and думаешь, non-narcissistic и отдаешь, and, you know, unselfish и заботишься о них, and и такая, generous. Такая самоотверженная. Did I say generous? И щедрая. Сказал я, что ты щедрая? Ну, глупо. It's stupid. Stupid. Глупо отдавать все время. It's stupid to give always. What do you mean it's stupid? Women all over the world are just give to their men in their lives. It's a beautiful thing. И это прекрасно. Да, наверное, должна быть какая-то мера. Но здесь нужно сопротивляться постоянному отдай. I need to а я не могу сопротивляться. That urge to give and give and give. Потому что я их жалею обоих. Oh, that's beautiful. Oh, that's so как красиво. Как это жалобно. Они такие жалкие. Они такие жалкие. You're a very fortunate woman. Do you have two such pathetic creatures in your life? Два таких жалких существа в твоей жизни. Они не жалкие, они очень агрессивные. They're very aggressive. They're what? Aggressive. They're not pathetic. Well, they're aggressively pathetic or pathetically aggressive. Они агрессивно жалкие или жалобно агрессивные. Не знаю, что точно. And if you don't give them on one day about the cup of tea or whatever. Если ты не дашь им в какой-то день, я не знаю, касается ли это чашки чая или чего-то. Do they get aggressive? Они станут агрессивными. Да, они все время агрессивные, они кричат. Yes, they are always aggressive. Well, all right, scream all the time. Well, all right, then you better anticipate their needs. To stop them from screaming. Тогда тебе лучше предвидеть их пожелания для того, чтобы они не кричали. Но я так какое-то время и делала. Well, I did that for some time. Beautiful. Прекрасно. You are, you know, many men dream of having a wife like you. Многие мужчины мечтают о такой жене, как ты. I want her to anticipate my needs even before I have thought of them. Я хочу, чтобы она предвидела мои желания даже прежде, чем я подумаю о них. Yes. Но это, мне кажется, достаточно типичная российская семья. You know, it's a normal Russian family, it seems to me. Yes. Да. That's perfectly normal. Совершенно нормально. Yes. Да. Sonny wants to kill dad. Отец. Mom wants to kill dad. Хочет убить отца. Dad wants to die and. Жена хочет убить мужа, он хочет умереть. I think the solution is right at hand. По-моему, решение очевидно. Yes. Да. What? Что? Мне нужно научиться поставить их обоих в рамки. I need to learn to put in kind of to put them on the trail, you know, kind on the trail. Well, to put them into frame. Well, yeah, but a little arsenic could help you with both of them. Да, но немножечко мышьяка могло бы помочь. Sharpen those kitchen knives, you know. Значит, так точишь кухонный нож. What's that noise? Oh, we're preparing your funeral. Такой, знаешь, как ты точишь нож, ты спрашиваешь, что там за шум? Ты говоришь, я готовлюсь к похоронам. I've got a surprise for you. У меня для вас сюрприз. What are we having for dinner, dear? Not much. На ужин, дорогая, немного. You're gonna love it. Вам это понравится. You know, it's so poetic. Это так поэтично. Ну, я различаю границу между стихоплётом и высокой поэзией. Between poetry and just making poems. Well, yes, but life can be a beautiful poem. Да, но знаешь ли, жизнь может быть прекрасной поэзией. And in a lot of epic poems, somebody's got to die. И во многих эпических поэмах кто-то должен умереть. And it might as well be that husband, I mean, because you don't fuck him anyhow.
Но это муж, да и фиг с ним все равно. Но я не хотела бы, чтобы это была я. I don't want myself to be that person. Well, sometimes if a job is going to be done correctly, но знаешь, иногда, когда дело нужно сделать правильно, a woman has to do it herself. Женщина должна сделать это сама. If you know what I mean. Но если ты понимаешь, о чем? Нет. No. Well, maybe his girlfriend does. Может быть, его подружка знает. She knows. Она знает. Своя версия происходящего. Well, she has her own version of what is going on. Well, I don't mean what's going on. I mean how to do it. Я не имею в виду происходящее, а как сделать это. See, some women know how to do it, and then. Знаешь, некоторые женщины знают, как сделать это. Others, they don't know how to do it. А другие, ну, просто не знают, как это делать. Ну, для меня это не событийная проблема, well, а проблема. It's not the problem of event. Проблема. Not the problem of what? Event. Yeah. What happens, yeah. Да, то, что произойдет. Нет, у меня не событийный ряд. Well, it's not about that. А меня интересует психологическая коллизия. The psychological, you know, kind of. Illusion. Коллизия. The plot is what interests. Well, yes, it's fascinating. Yeah. Это захватывающе. Нет, я хотел. Нет. Многие слагаемые этой ситуации many я уже поняла сама. I have already understood. И даже здесь, на even here, на семинаре, я well, некоторые right. I mean, something like this can entertain you for decades. А ты знаешь, что-то в этом роде может развлекать тебя десятилетиями. The complexities of the motivations and meanings and unconscious derivatives and ramifications and the... Oh, well, they're well, almost endless, you know. Это почти бесконечно. Нет, Sorry. Я хотела бы... No, I would like... Time. Right on the verge of bringing it all together and renounces. Ну смотри, мы прямо уже на грани того, чтобы все эти куски воедино сложить, и Ренат говорит время. I was that close. Мы уже вот так подошли близко. To. Well. Ну что ж. Кафромаж. А что делать? Elke Borgert says instead of Kel-Tomage, she says Kel-Fromage. Да-да. Какой сыр? Ну там игра слов. Домаж, фромаж. So I have to ask you, Marina, did you have any reactions to me in this? Я должен спросить тебя, Марина, были ли у тебя какие-либо реакции по ходу? Ну, мне кажется, что у тебя было ощущение, что это достаточно сложная история, с которой невозможно разобраться вот так быстро. This story is too complex to deal with it now. И у меня было ощущение нашего как бы сотрудничества we are cooperating в попытках дать такую формулировку in the attempt to give such wording to this, чтобы перевести ситуацию в комический план. So that the situation went to the comic plane. Well, it's fundamentally simple. Да, в основном это просто. Does dad die now or later? Он сейчас умрет, папочка, или позже? Does he die unassisted or with help? Умрет ли он без всякой помощи или ему помогут? Does the help come from you or Sonny Boy? Придет ли эта помощь от тебя или от мальчика? У меня осталось непонятно, почему человек постоянно говорит и думает о своей смерти. Что это такое? This person thinks and talks about his death. Yes, yes. Well, that's clear, very clear to me. But anyway, совершенно ясно. Did you have any other reactions to me? На меня. У тебя были какие-то еще реакции? У меня было чувство доверия. Я ждала от тебя помощи. I expected help from you. Yes. Да. Потому что я сама не могу справиться с этим. Because I cannot deal with that on my own. That's why I frequently give solutions to clients. Нет, вот почему я часто даю решение клиенту.
to simplify these infinitely complex familial situations. Для того, чтобы упростить эти бесконечно сложные семейные ситуации. Yes. Да. If I had some Kleenex, I would give you a Kleenex. Если бы у меня были салфетки, я бы тебе сейчас дал салфетку. Нет, не надо. No, I don't need one. Okay, right. We'll talk to them now. А поговори сейчас с ними. Last year, I had a meeting with a family, husband, wife, and son, a grown-up son. All of them are philologists. Philologists? Linguists. Yeah, yeah. Себе? And they came to me after the father, when they were fighting with son, broke his son's leg. Yeah. And the son was screaming at the session, "I'm the cock, I'm the cock." Like the cock, you mean rooster in the hen yard, or I'm the cock penis? Ты когда ты говоришь об этом, ты имеешь в виду пенис или петух, который с курами? Both. Wonderful. Чудес. Maybe he ought to have his other leg broken, but that's another issue. Может быть, ему другую бы ногу сломали, но это другой же вопрос. And the father would jump. The mother would, you know. Referee. No. Right. Она как референт, да, и приплодила. So dramatic. Это такая драма. Yes, and it provoked their fight. Yeah. It was very difficult to interfere. Yes. Why interfere with the biblical spectacle? You know? А зачем вмешиваться в библейский спектакль? I call this living family theater. Я называю это живой семейный театр. It really is. You know. Это правда так? And it's amazing, cross-culturally and stuff. How many of these families are saying the identical kinds of words? Оказывается, что они говорят одними и теми же словами. Yeah. Different languages, but same ideational content. Разные языки, но те же самые идиоматические выражения. Yeah. Содержание. Не было знакомой. Архитектор. Да. Не было знакомой, но мы жили вместе. I had a girlfriend. We were living together. Да. И она все время грозилась покончить жизнь самоубийством. And she always said that she would commit suicide. Да. Раз в три дня. Once in three days she would say that. Однажды мне надоело, сказала, хорошо. And once I said, okay. Она развернулась на машине, остановилась в метре от стены. And you know, she got in the car, she raced and stopped in within 1 meter from the wall. And I watched that with great interest. You watched it with great interest. Ты это наблюдал с большим интересом? Я смотрел вот так. Yes, I was watching it like this. Yeah. С интересом, и мне было интересно, что она будет дальше делать. And it was interesting for me what she would do next. Yeah. На этом все прекратилось. And it was the end of it. Question. Вопрос. Was it her car that she raced to the wall or your car? Это была ее машина, на которой она разгналась, не твоя. Her car. Very Irish question. Oh, well. Очень ирландский вопрос.